Уссурийск стал центром дальневосточных матчей по гандболу. На кону у школьников путевка на всероссийский финал 7-й летней спартакиады учащихся. Но претендентов выехать за пределы региона оказалось немного. Две команды среди девушек, столько же среди юношей. И ни одного местного уссурийского состава в числе участников соревнований. Мало команд у вас на Дальнем Востоке, только две команды участвуют. Дело в том, что эти соревнования финансирует Минспорта Российской Федерации, поэтому, конечно, то, что мало команд, говорит о том, что игроков, которые занимаются гандболом, недостаточно для такого региона. Причина отсутствия уссурийских школьников неизвестна, хотя секция федерации в городе есть. А за путевку на всероссийский финал спартакиады боролись гандболисты из Зеи, Амурской области и Владивостока. Амурские парни – серьезные соперники для приморских спортсменов. Начали ходить на гандбол с 5 класса, и вот у нас сборная города образовалась в 5 классе. Ну, эта сборная уже не первый раз на соревнования ездим. В Тольятти ездим, на Россию. Урвать куш и поехать дальше хотел каждый. Это было заметно. Больше чем на 2 мяча вперед ни одна команда не уходила. Чемпион определялся по 2 победам. В первой встрече за 2 минуты до конца был равный счет. Но спустя 60 секунд амурчане забили гол. На последних секундах владивостокская команда так и не забила ответный мяч. После окончания игрового времени судьи дали шанс приморским гандболистам сравнять счет. Получается, время заканчивается игровое, а пробивается 9 метров. Вся команда уходит, остается только один. Он пробивает, забивает, гол засчитывает. В первой встрече вырвать победу приморской команде не удалось. Зато 2 последующих матча были в нашу пользу. Владивостокские парни готовятся в конце июля представить Дальний Восток на всероссийском финале спартакиады учащихся в Краснодаре. Владивостокских девушек ждет та же участь. Их противник не явился, поэтому они автоматически признаны лучшими в регионе. Также в конце июля приморские гандболистки выступят на всероссийском финале спартакиады учащихся, но уже в Тольятти.